RetRV-UR3200 – это вертикальный аккумуляторный пылесос с высокой мощностью всасывания и функцией умной уборки с датчиком уровня пыли. Поставляется в картонной коробке с перечислением основных характеристик модели. В прилагаемой инструкции коротко приведены технические характеристики прибора и его комплектация, советы по эксплуатации и уходу. Корпус выполнен из темно-серого пластика с серебристыми декоративными элементами. У модели поперечная компоновка, емкость для мусора с циклонным фильтром расположена перпендикулярно воздушному тракту. Электродвигатель размещен под панелью управления. Выпускной фильтр находится над ручкой пистолетного типа. Отверстия для выхода воздуха в задней части корпуса не мешают уборке. Внутри пылесборника находится несложный циклонный элемент со стальной сеткой, которая задерживает мелкую и легкую пыль. Фильтр тонкой очистки располагается сверху, под круглой крышкой, и представляет собой цилиндрический хепа-элемент. В максимальной конфигурации пылесос весит чуть больше 3 кг. Пылесос хорошо сбалансирован, легко управляется, удобно лежит в руке. Включается и выключается пылесос кнопкой на рукоятке. 5 уровней мощности переключаются кнопками «плюс» и «минус». Кнопка «авто» включает режим автоматического выбора скорости, в котором пылесос самостоятельно регулирует мощность по показаниям оптического датчика, в зависимости от количества пыли и мусора. В комплекте ORV-UR3200 три насадки – турбощетка, щелевая насадка и насадка-щетка 2 в 1 для чистки мебели. Также в комплекте есть флекс-насадка, которая совместима с щелевой и насадкой для мебели. Конструкция турбощетки позволяет ей поворачиваться и изгибаться относительно трубки. Она одинаково хорошо проявила себя и на твердых, и на мягких покрытиях. Спереди есть две группы по 3 ярких светодиода, подсвечивающих рабочую зону. В ручной конфигурации использовать RetRV-UR3200 не менее удобно, чем в напольной. С помощью телескопического щелевого сопла можно добраться до мусора в самых глубоких нишах и щелях. Для чистки мебели и одежды предназначена насадка-щетка 2 в 1. Флекс-насадка позволяет проводить чистку под любым углом. Аккумуляторный отсек смонтирован под ручкой. Разъем для подключения сетевого адаптера находится на заднем торце съемного аккумулятора. Над ним расположены 3 голубых светодиодных индикатора, информирующие об уровне заряда батареи. Аккумулятор заряжается за 4 часа. Максимальное время уборки – до 30 минут. Заполненность красной шкалы указывает на количество всасываемого мусора в текущий момент времени. Очистка мусоросборника максимально проста. Вертикальный аккумуляторный пылесос RetRV-UR3200 демонстрирует высокую мощность всасывания на максимальной скорости и неплохую продолжительность работы на минимальных оборотах. 5 скоростей позволяют подобрать оптимальную производительность для любой задачи, а адекватно настроенный автоматический режим позволяет переложить управление мощностью на сам прибор.